8 школ в Нижегородской области закрыты на карантин в связи с сезонным подъемом респираторной инфекции. 5 в областном центре. В Московском районе закрыты школы номер 21 и 73. В Сормовском 27-я школа, в Советском 44-я и 140-я школа в Приокском районе Нижнего Новгорода. Также для профилактики закрыты отдельные группы и классы в некоторых детских садах и школах. Об этом сообщают специалисты Роспотребнадзора. Своевременное приостановление образовательного процесса снижает вероятность распространения заболеваемости в учебном заведении. Если в учреждении более 20% учащихся заболевают одновременно, оно закрывается на карантин полностью. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют родителям не отправлять детей с признаками заболевания на учебу, чтобы не возникло распространение инфекции. Сейчас на территории Нижегородской области продолжается подъем респираторных инфекций, вызванных вирусами негриппозной этиологии. Превышение эпидемических порогов у нас пока не регистрируется, но заболеваемость преимущественно отмечается среди детей организованных коллективов. Именно поэтому управлением Роспотребнадзора были рекомендованы различные профилактические мероприятия, в том числе ограничительного характера, в которые входят приостановление массовых мероприятий и приостановление образовательной деятельности.